В Ленинском районе инспекторами ДПС раскрыта кража. Дорожные полицейские на Московском шоссе обнаружили в багажнике иномарки два канализационных люка. А к ним в придачу лом и кувалда. Откуда этот джентльменский набор, водители автомобилей и три пассажира внятно пояснить полицейским не смогли. Граждане были доставлены в отдел полиции. В ходе проверки установлено, что люки были похищены. По данному факту возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Профилактические рейды по пунктам приема металла проводятся на постоянной основе. Особое внимание в ходе таких мероприятий уделяется выявлению нелегальных пунктов, а также пунктов, занимающихся приемом крышек люков. Обнаружение сданных в металлолом разукомплектованных транспортных средств, возможно, ставших предметом преступных посягательств. Жители региона могут сообщать обо всех преступлениях, в том числе о пропаже люков, в ближайший отдел полиции или по телефону 02 с мобильного 102.